Настоятель храма окропляет святой водой не только прихожан, но и нашу съемочную группу. В преддверии одного из главных православных праздников Крещения Господня в храмах городского округа прошло освящение воды. Сегодня только преддверие праздника или предпраздноство, или еще называется крещенский сочельник, то есть день, предваряющий праздник крещения. Сочельник называется в силу того, что в этот день готовили определенные блюда, скажем так, которые подавали к столу. Это сочиво, то есть вареные зерна с медом. Несмотря на будний день и ветреную погоду, за святой водой выстроилась очередь. Приду сейчас, дома освещу квартиру. Потом каждый, как встану утром, так возьму просирочку, помолюсь перед Господом Богом о здравии, о себе, о детях, о своих сестер, братьев помолюсь. За всех. Святую воду полагается пить утром натощак. Прихожане верят, что она помогает справиться с болезнями. А если ей окропить квартиру, защитит дом. Набрать святую воду может любой желающий. Для этого возле храма установили два больших бака. А каких-то особых правил и ритуалов здесь нет. Можно использовать любую тару, будь то пластик, стекло или металл. Но опытные прихожане советуют использовать непрозрачную емкость, чтобы вода не зацвела в течение года. Но сразу после этих слов к нам подошли служащие храма и заверили, что святая вода никогда не цветет. Воду, освященную в сочельник и на крещение, называют великой агиасмой. Ее можно набрать только раз в год.